Вы вообще в курсе, что люди делятся на три категории? На жаворонков, которые встают и ложатся рано, на сов, которые встают и ложатся поздно, и стервятников, которые заставляют сов вставать рано, а жаворонков ложиться поздно. Нашел как-то мужик волшебную лампу, потер ее, выскакивает из нее джин и говорит: «Исполню, мой повелитель, любые три твоих желания». «Ну, давай выпьем по 50 грамм». Посидели, выпили. «Давай второе желание». «Давай еще по 50 грамм». Посидели, выпили. «Давай третье желание. Но смотри, это уже последнее. Так что загадай что-нибудь получше. Например, мир во всем мире». «Не, давай еще по 50». Посидели, выпили. Через час джин вылезает из лампы и такой: «Ну ладно, черт с тобой. Загадывай четвертое желание». «Наташка, привет! Слушай, я тут колготы себе купила, плотненькие такие, 490 ден!» «Ира, 490 ден это не колготы, это валенки!» Студент приходит на экзамен, открывает рюкзак, достает три бутылки водки, ставит их на стол и говорит профессору: «Вот вам три бутылки водки, поставьте мне три!» Профессор, забирая бутылки со стола: «Спасибо, конечно, но я возьму только две». У одного дедка была ферма, на задворках которой был небольшой пруд, около которого росли яблони. Однажды вечером старик решил пройтись к пруду и прихватил с собой ведро, чтобы нарвать яблок. Подойдя к пруду, он услышал веселый девичий смех, а затем увидел несколько девушек, которые купались голышом. Увидев его, они зашли в воду по горло, а одна из девушек крикнула ему: «Мы не выйдем из пруда, пока вы не уйдете». Старику это, конечно, не понравилось, и он, решив применить смекалку, сказал им: «Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как вы здесь плаваете голыми». И, приподняв ведро, продолжил: «Я пришел сюда для того, чтобы просто покормить крокодила».